Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Габриэль Мицю. Распятие. 1660-1665 годы. Холст масла 73/56. Габриэль Мицю – голландский художник, в первую очередь жанрист и портретист. Религиозная живопись занимала его, главным образом, в молодости, но не стала основным направлением творчества. Согласно нормам протестантизма, победившего в Северных Нидерландах в ходе реформации, храмы в этих землях не украшались живописными и скульптурными произведениями. Тем не менее, в поздние годы мастер вновь обратился к ней. Доказательством этого является капиталистская картина. В трактовке одного из самых распространенных сюжетов христианской живописи художник использует традиционную иконографию. В распятии Христос пригвожден тремя гвоздями, что символизировало Святую Троицу. Мицю в данном случае исходит из указаний Тридентского собора. В экстатических позах изображены Дева Мария слева, коленопреклонная Мария Магдалина, непременно сосудом, ним она носила благовоние, Иоанн Евангелист, которому Христос поручил заботу о Богоматери. Для каждого имеется детально разработанная с определением именно таких поз и атрибутов иконография и теологические обоснования. Так, например, череп и кости у распятия указывают на то, что Голгофа – место, где находился прах Адама, и это его останки. Ну, такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Габриэля Мицю «Распятие». 1665 год, холст масла 73/56. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Thank you.